Уважаемые пассажиры, с вами снова на борту Валдай и Фунтик 3000, и мы продолжаем наше путешествие на кирпичном экспрессе. Всем привет! В кирпичном экспрессе брутально мощный рейд. В новом месте, тут должно быть новое приключение. Давай, Фунтик, я в тебя верю, ты сможешь. Сегодня снова уже с трувалом Фунтик сидит, а я сижу на подыгровке. Да, я смогу еще накласть две кучи, я думаю, сегодня. Я как раз не ходил сегодня в туалет. У вас, смотри, снова открытка с лосем. Слушай, очень полезная информация, когда беру их. Да, то сразу прям все понятно тогда. Телефон есть, да. Карта. Очень, кстати, понятно, куда идти. Ну ладно. Давай позвоним по телефону какому-нибудь. Угу. Служба спасения, 911. А, нам сказали, что телефонная... Спасите нас! Телефонная линия мертва, нам сказали. Так, читай. Персонал, девайсы, PDF, PFDS must be worn all times wearing wood. Короче, все прочитал. В общем, нам говорят, что вы умрете, и спасения отсюда нет. Вся карта закольцована по кругу, просто бегаем и умираем. Ладно, так, мы появились в этом месте. Это место, я, кстати, его не помню. Для меня оно почему-то новое. По-моему, новое есть, мы тут, по-моему, не были. Мне нравится, кстати, вот эта батарейка слева вверху. Видишь шахматные доски. Да, согласен. Очень эпично сделано. Согласен. Ладно, пойдем, что ли, дальше? Как кирпичами, как ты говоришь? Ну да, все, ничего нового, короче, все как обычно. О, продолжаем дерьмо. Помирать, собирая бумажки, которые нафиг никого не нужны. Так, ну как не нужны? Слушай, погоди, стой, а сзади был выход из забора, с моей виллы, там забор этот, и он там прерывался, иди сюда, пройди туда немножко, пройди, видишь, вот. Раньше был, ну, целиковый, да? Ну, как бы мы бегали, там был целиковый. Быть может, там реально выход будет? А, подожди, мы здесь появились. Нет, ну, реально станция Калового Эспрессо. Станция. Пошли отсюда. Тут нечего ловить. Ладно, согласен. Так, у нас появился план. То есть какой план, в чем он заключается? Выбраться из этой долбанной вонючей локации, потому что мы уже тут все обыскали. Круги уже навернули, наклали где только можно, на каждом углу. Пометили всю территорию. По-моему, какое-то новое здание было. Да какое на, это для геев вообще как бы. А, блин, снова вообще как для геев, да. Дерьмо. Ладно, теперь мы знаем дорогу более-менее, да? Ты понял, кажется. Так. Да, только я так, кстати, я забыл записку, мне их заново надо собирать, да, по-моему. Да, да, просто покинем локацию, похер на записки. Да, предлагаю тоже что-то новое увидеть в этой... Хотя нас, я не знаю, не факт, может быть, и нету новых локаций, может быть, тут только сюда приходишь, типа, из дома, и все, и тут же бегаешь дальше. И подыхаешь по кругу, да? Ну, типа того, да. Замечательно. Замечательный ряд. Мне тоже нравится. Ладно, слушай, попытка не пытка, давай найдем этот джип, да, мы найдем джип, и от него уже будем базироваться, куда нам дальше идти. О, карта в лесу раньше была? По-моему, ну пока я не видел. Да, посмотрим, может, на какие-то пометки есть. Подойди поближе, посмотри. Пометки. Вон записка моего есть. Моего кала. Ну, это они по всему лесу раскиданы. Мне нравится карта, то есть нарисована непонятная карта круговая. И вот это хер лысый посередине. Не, короче, выхода отсюда нет. Видишь, она реально замкнутая. Видимо, ты сюда приходишь на эту локацию, дальше записки пока не соберешь, ты бегаешь по кругу. Так же пошли собрать бумажки. Бумажки, господи боже. Так, одна на водопорной башне. Одна в гей-общаге. А остальные... Одна на туалете. Ну, толчок, помнишь, замков? Да, был? Помню. Вот, одна в Килмане. Контейнер и Килман. Покупай. Так, а где это в записке? Хреновая реклама контейнеров Килман, не получилось. Ну, ее не купят. Так что ладно. Ой, слушай, подожди. Уже что-то мигает, да? Либо это я глазом подмигиваю, либо что-то точно сейчас произойдет. Во, нашел записку Клифа. Берем записку Клифа. 2 из 8. 2 из 8. А смотри, там справа что-то было светилось такого там, да, в той стороне. Вот, по-моему, машина. Вот джип, вот еще одна записка. Ну смотрите, как у нас все получается хорошо. Уже 3, да? Одна, короче, на аванпосте вот этом. Ну, где маяк. А теперь беги. Он только-только очухался. Он забыл, что мы в игре. Так, ладно. Пойдем по черному лесу. Собирать черные грибы. Поле, да. Ну да хер с ним, с полем. Я знаю, что нам нужна записка вот оттуда. Ага, не пускают. Дерьмо. Отлично. Слушай, я с ним, знаешь, даже не успеваешь встряхивать, я могу сказать. Давай, мы тебя обманем, мы тебя обойдем кругом, понял? Только не сразу, не втыкай там, бери записку и сваливай, она с другой стороны. Да, вот она. Тихо, ты уже втыкал. Да, собрался. Все, 4, возьми. Беги, по дороге, давай. Все, обманули, дорогая. Главное, не сворачивай, никуда.
Да я не буду. Куда ты сворачиваешь по кругу? Ну мало ли, может, ты решишь сыграть. Ты свернешь и. Ну, видишь, свернул где. Да. Тишина и спокойствие. Слышно только топот своих старых галош. Галош Антош. Эти галоши были отняты у ребенка. Как там, дети на цветы, бабе мороженое? Смотри, перепутай. Я всегда путаю, кстати. Хочу подарить девушке цветы, я дарю какую-то фигню. В виде один час купона с Лехой. Это, кстати, такая нормальная опция. Ну, час любви с Алексеем. Так, ну блин, нет, подожди, что-то не помню этого места. А, вот это водонапорная башня. Это другая водонапорная башня, тут мы не были с тобой. Ну тут вода так и прет, слушай. Чего? Так, он опять, он слышит, как мой страх, он чувствует. И твой. Да я вообще, я просто вжался в угол комнаты на сами, сижу реально очкую. Так, отлично. Посмотри, это здание, может что-то есть. Слушай, вот последний раз, я помню, мы записку отсюда не взяли, мне кажется. Но тогда ее в первый раз нашли. Так, он тут зажал нас в угол, и мы умерли. Я не хочу опять, чтобы так было. Трань заходить туда. Ну, в смысле, ай, блин, куда? В другую. Беги направо. Вон в дверь, дверь. Давай потом возьмем эту записку. Фу, давай другую посмотрим как-нибудь пока, да. Так, тут сворачивал налево. Так, там мы все записки забрали. Записки. Вот опять так, же. прямо. Иди никуда не сворачивай. Сейчас просто прямо. И там при помощи не будет интересное. Угу. Я знаю, что там будет интересно. Отражение в его голове. Вон он, смотри. Пил. Да, ну пиво, по-любому. Пил. Слушай, а все равно камера трясется, пока я на него смотрю. Ну, так он больше рядом, типа-то, конечно. Фига, как он так сделал, а? Ну, он телепортер, он читер. Сраный фокусник. Да, кстати, оставляйте комменты, можете даже не положительные, если вам очень понравилась эта игра, вы просто не хотите в ней играть. Вы можете сильно заорать в комментариях, ааа, какой ужас! И мы поймем. Так, ну не забудьте поставить лайк. А это обязательно, по-любому. Это вообще, это... Иначе мы никогда не выберемся. Да, просто, мы просто не сможем, понимаете? Вот черт. Господи боже. О, слева, по-моему. Ааа, блин. Вот, толчок, точно, тут мы еще не брали ничего. Он уже пасет его. Вот записка. Вот, 5 из 8. Так много у нас еще не было. Не, у нас было 6 после серии в конце. А потом ты сдох. Когда мы соберем все 8, можно спеть We are the champion. Я, к сожалению, не знаю на гитаре, поэтому просто так споем. Я знаю на виолончели. Да, нормально. И на губной гармошке. Из миди? Миди-вариант? Да. Миди-полифония. Миди-носовка. Ну-ка, а там что такое впереди? Смотри, что-то интересное. А, это снова Кульман. А там мы успели взять, да? Да. Вот, смотри, помнишь, ты еще говоришь прыгать сюда вниз? Давай посмотрим, может, тут тоже записка будет. Тут будет такая записка. Фу. Да. Тут, на самом деле, нужно много бумаги, полотенец. На самом деле, да, если вы собираетесь играть в эту игру, особенно ночью, то спасайтесь реально туалетной бумагой просто пачками. Сразу покупайте большую упаковку, 24 штуки, двуслойную. Зева плюс, она мягкая, не царапает кожу. Шелковистая, да, не царапает вашу попку. 25 попка, я говорю, капец. Слушай, он на шифт уже больше не бегает, он отказывает мне. Он говорит, вам отказано. Опять маяк, да, господи боже. Наверху, а, это фонарь такой. Что наверху? Не, все. Там вода наверху. Иди, не стой. В вакууме. В этой игре стоять нельзя, это просто противопоказано. Видишь, ты встал, и все, снова началось. Вон, впереди, дерево, то видишь, дивизию. Дерево, текстура, черт. Почему здесь нет? Да, блин. Дерево. Я еще разработчику напишу смс-ку злобную. Меня чуть не убили из-за того, что я не смог протиснуться между двумя деревьями. Что такое? Камера с бесконечной батарейкой. Это меня радует. Слушай, ладно, давай по хардкору забежим, тут, по-моему, бумажка должна быть, да? Блин, в ту сторону, верно. Она где-то была в конце, короче.
Нет, все, уходи, 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 не смотри, ты снова смотришь это дело. Было дело. Это уже было такое дело. С другой стороны, в другую сторону, в другую, обратно, вернись, обратно, обратно, обратно. Ну, туда я... идти. Ой, блин! Вот теперь беги, выходи из дома и сваливай. Нахер, здесь опасно. Он вообще в доме не должен появляться. Да. Он появляется. Ну что могу сказать? Жестко. А может нам просто надо его напугать? Ага, давай заорём в микрофон просто тихо, чтобы все зрители тоже напугались. И немножко, немножко наложили. И чтобы он уже искал записки Клифф, а не мы потом. Поменяемся местами. А может это он их и оставил, а не Клифф? Ну, а может зовут его Клифф? Ну, тоже возможно, конечно. Хитман Клифф. Ну, Хитман. Через дефис пишется. Ну да. Через почерк внизу. Слушал восклицательным знаком на конце. По-любому. Хитман, нижние подчеркивания. Как там Клифф? Собака Mail.ru. Пишите ему на почту свои злобные письма по этому поводу. Снова поле это дурацкое. Я вообще обожаю поле. Нюхайте ромашки эти, которые выше меня. Какие-то нереальные цветы тут на самом деле. Чего они такие большущие? Может она подняться можно, наверх? Попробуй. Ну, тут лестница специально. А чего не дает? Ты видишь? А, она сломана. Нет, все не получится, уходи. Не дает. Там забор впереди. Хотя я не хочу, чтобы он мне дал. Там забор, иди. Он не в моем вкусе. Чувак, беги. А, вон он, вижу. Давай, ты сможешь. Блин, ну реально, где записки-то остальные искать? Уже лишь почти. Так, погоди-ка, надо в ту локацию. А, ну что, куда, где? Нет, убегай, пожалуйста. Куда? Только же я бегу в ромашку. Нормально, беги, главное. А, видел? Слушай. Налево, вот утра по дороге, давай. Он меня блокирует. Пас на буре. Так, давай, какие предложения? У меня предложение, мы, по-моему, все записки здесь собрали. Мы еще в той локации собрали записки, помнишь? Да, там тоже было, помнишь? Вот, мы собрали 5, и там 3 осталось, в общем, и все. Мы выполнили все условия игры. Давай, теперь нам нужно искать выход отсюда. Как отсюда выйти? Джипа надо найти, помнишь, ты сам говорил, что джип там, а там уже что-то. А, да, там что-то новое было. А где джип? Я уже забыл. Хрен его знает. Иди просто прямо, главное. Ты еще предложи. Посмотрим карту, давай сходим. Главное спиной к этому, где ты башни водонапорные всеми ставить. У меня уже в глазах круги. Если ты, короче, подходишь к башне водонапорной, значит сразу разворачивайся и иди в другую сторону. Просто так куда я запомню, потому что это бред. Хорошо. Наверное, туда. Опа. Где он? Теперь бегом, не знаю. Да я давно уже жму на шифт, которого нету. А вот ты зря жмешь, у меня постоянно. Он выдыхается, потом не хочет. Выдыхается шифт? Самая опасная ситуация. Нет, не шифт. О, старая добрая башня. От башни к башне. И еще теперь, куда спиной поворачиваешься, да, как ты сказал, идешь сюда. Ну, замечательно. На, дерьмо, но мне это начинает раздражать. Впереди контейнеры и марки Кульман. И где-то там еще общага для парней голубых. Фунтик, давай поднажми. Я подожму. Что-нибудь, давай. Окей. Надо нам выход найти. Согласен. Иначе нам будут кранты. Фунтик, давай скорей бегом. На шифт дави и убегай. Бегу. А Хитман, нижняя подчеркивание, Слендер, собака Mail.ru. Собака Mail.ru. Письмо ему пошлю. Собака Mail.ru. Фунтик, может в дом опять зайдешь. А нет, давай лучше беги. Согласен. Пока не насрёшь штаны. Ну, в общем, да. Ты слова и сам неплохо знаешь. Что? Тьма его. Чмо, лысый. Чемпион мира по аборту. Вот кто он. По аборту. Вот теперь у новый никнейм. Такое придумать. Да, собака gmail.com теперь на этот раз. Прокачал свою почту. Да, вот теперь не на мейле, а на гугле. Качнулся, чувак. Молодец, слушай, молодец. Ну чё, из-за него я опять заблудился. Да, лысый говно, иди отсюда. Иди пописай, лысый. Иди в дом. Сам иди в дом. Я не пойду, то видишь, ну тут. Я в дом зайду, все. О, да, все, вижу, убегай. Крантец вообще, ну чё за фигня? Чё ты меня пасёшь тут? Иди паси свою посыльного своего, а не меня. Ай, жесть. Я тебе посылку никакую не несу. Чувак, я тебя просто обожаю. Я его сам обожаю.
Я ему на почту потом так вот. Да это фигня, эти комнаты нет, там где-то вот по такой большой территории. Так я не понял, может мы уже взяли записку? Да не в комнате, нет, не в комнате, иди прямо, прямо, сволочи. Ну. Теперь обратно. Вот сюда зайду, хана. Давай, да, бегом, беги куда-нибудь уже, беги. Вот там тупик. А, тупик. Дверь, 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 вот, дверь. Вот записка, вот записка. Все, сваливай в дверь. Можно? Да, можно, можно. Прямо беги, прямо, прямо, прямо. Налево. Нет, прямо. Да, вот. Да, да, налево, налево. Направо. Вот, все, хоть. Сколько там? Уже сколько? Шесть? Шесть, шесть, шесть. Ну слушай, это мы вообще. Ай! Как я крикнул ай. Я так никогда не решал ай. Да. Эта игра открывает также еще голосовые связки нас. Учит петь, тренирует. Брать высокие ноты. Так, все, теперь что? Какие планы? Он, по-моему, все чаще и чаще начал снять появляться. Снять серию, пойти покурить. Не знаю. Отлично. Выпить чаю, чашечку. А записки как же? Клиффа. Да ебти, ну что ты, а? Что-то он как-то часто начал появляться, мне кажется. Да, потому что записки больше берешь и берешь. Короче, уходи с этой точки, потому что в этой точке появляется постоянно, спавнится. Выбегает сюда нафиг. Я там вижу, уже собака лает во все. Тоже... Почувствовал, да, движение снайдера. Мелкая дрянь. Я помню, мы отсюда, короче, вышли, да? Здесь было где-то вот начало игры. Вот, вот, а теперь закрыто. Ага. Вот здесь другое место, другое, не тут. Не тут были. Точно? Да, уходи отсюда, сейчас где сзади сапает. За мою попу. Вот видишь? Там тупик, беги, твою мать, налево. Все, оббегаем его, оббегаем. Новая стратегия. Оббегаем лысых. Отличный план. Что делаешь? Оббегаю лысых. А, да. А я иду в магазин. Ладно, что-то он вообще частенько начал появляться-то. Ему не нравится. Мы отнимаем его силу записками просто. Да, ему не нравится, что мы его выигрываем. Он не трогает. Видишь, там что-то красное горит. Иди в ту сторону. Красное горит. По крайней мере, что-то новое. А, это толчок. Ну да, новый толчок. Компания Killman. Новый толчок. Ой, блин, да ладно, не буду я ссать в твой толчок. Хорошо, я хуй. Я штаны уже подписывал. Да, я уже давно все сделал себе в карман. Боже ж мой, ну что ж. Жуткая, жуткая игра. Так главное, все время в напряжении ты ходишь вот. Ты вообще не расслабиться. То есть ты расслабляешься. Штаны только. Единственное. Других ослабонов тут нет. Поле, снова эту башню, ты снова туда идешь. Ну и чего, а чего делать? Иди, короче, да, иди, искать? Нет, иди прямо к башне, там мимо башни проходишь, и там будет джип. О, ох, твою, да, мать, его пришел. Вот он, джип. Владелец джипа. Лысый владелец джипа. Ну и чего дальше? Пробуем запрыгнуть, нельзя. Ага, пробуем. Ой, я прыгнул, по-моему. А, не, я не хочу потерять все записки Клиффа. Пожалуйста, убегай, убегай, Фунтик, я знаю, ты сможешь. Нет, куда бежать? Где он? Где? Беги, беги, ты похер, беги прямо, не сворачивай. Он сзади, по-любому сзади. Ай, блин, нет, нет, по-моему, я в него бегу. Будет, мать его, нет, догоняет, сука. Куда бежать ты? Не знаю, куда угодно, просто беги. Помогите. Во, вот сюда, сюда. Давай, давай. Палатка, в палатку ныряем. Нет, не останавливайся, не останавливайся, беги дальше. А, тут же записка, записка тут. Похер. Ай, блин, блин, блин. Беги. Дерьмо. Вот что ты пристал-то ко мне, у меня нет орехов. Я уже все продал. Ну все, да хватит. Все, все, спокойствие, только спокойствие. Тихо, тихо, тихо. Во, вот, ну-ка, что там такое? Господи боже. Нет, не останавливайся. Иди, иди, сука, ночь не стоишь, ты не останавливайся. Дай пот сотру. Ай, да что такое? Уходи, уходи, давай, Клиффу, Клиффу. Или кто-то не Клифф, это как Килман, Кульман. Я забыл все слова в мире. Да, да, мне тоже заплетается язык, я не знаю, что говорить. Да блин, он что-то вообще подсел на нас. Как наркотик, да? Ну, он нас хочет. Подсел на наши дисплеи. Потом коммент такой от этого Килмана. Лайк такой, палец вверх. Да, да. Ну ты помнишь, где ты палатку теперь? Я не помню. Не останавливайся на месте. Уходи. Да я сотру пот свой. Да не поможет тебе. Облей меня водой из ведра. О, вот джип, джип, джип. А джип, там на палатке была записка, блин. Да хер с ним, да вот как джип. Ты хер, ну собрать записки все, я так понимаю. Ну, вообще, да. Ой. О, опять это... Нет! Пи... Урод! Говнюк, ну что ж ты будешь делать? Похоронная мелодия? Ну, как обычно. Блин, фига, видишь, как, да, получается? Чем больше берешь, тем больше он присягает. Ладно, сейчас дай выдохнем, он уже ушел, его уже тут нету. Мы снова на станции Кальний Экспресс. Ну, на самом деле, ребята, что я хочу сказать, мы хотя бы разобрались, что нужно делать.
где это все находится, и как-то собирать, чтобы ничем подтираться вообще. Подтираться можно даже рукой, в принципе. Я уже потер, у меня мышка вся в ситуации. В кеках. Ужас. Попробуй дверь открыть, можешь дверь открывать, пробуй. Зажми и потяни влево или вправо мышку. Да, вот так вправо или влево рукой. Зажми сначала дверь. Зажми дверь, я могу девчонку зажать в углу. А с дверьми у меня не очень получается. Ладно, не хочет, иди дальше. Не хочет, вот и девчонку тоже обычно не хочет. Что ты меня зажимаешь, как дверь? Врубаешься, фонарик не горит. Ой, да. Как ты включила? Это какой кнопкой? Правой? Левой кнопкой, это на F вообще. Нормально. Какой кнопкой? Ладно. Может, так мы не привлечем его внимание? А также кстати, внимание говоря, зрителей, потому что ни хрена не видит такой темноте. YouTube еще видео затемнит наверняка. Оп. Оп. Понятно. Блин, опять эти записки. Ладно. Ну хотя бы сейчас мы уже так сильно не будем тупить, конечно. Так, первая записка тут. Все, идем, идем, идем. Все, собрались, собрались. Килман, ага, знаем, знаем эту компанию. Где она? Тут, да, где-то была? Слушай, я не помню. Я знаешь, что мне кажется? Сначала надо брать самые трудные, то есть, которые в зданиях находятся, потому что там он может зажать и убить. И не так будет обидно, если ты умрешь с одной запиской, чем когда ты все забираешь, потом держишь здание в самом конце. Ну, кстати, согласен. Потом давай начал бить здесь, потом пойдем сразу в общагу Лягеев. Там возьму записку еще одну. Да, общага Лягеев. Где-то здесь ищи, короче, чувак. А может, все-таки они сохранились у нас, нет? Или все заново надо бить? Да я вот... Слушай, по крайней мере, пока не появляется. Ладно, хер с ним. Искать того, чего нет. Невозможно. Ну, я просто поищем какие-нибудь новые места, где они еще могут быть, потому что... Новые места? Все, ты карту видел круговую? Там нового ничего нет. Новый круг. Сколько может гореть уже? Давно сгорело. Типа там, вот новый поворот, и мотор рвет. Баран-баран. Что он нам несет? Пропасть или взлет? Ты не разберешь. Я не разберу. Пока не повернешь. Пока не покажу. Один из восьми. Супер. Говнюк лысый. С тебя все опять заново. Ладно, хер с ним. Пойдем в здание, да? Самое сложное. Я думаю, что да, это на самом деле будет логично. Да, да, видишь, видишь, как он, блин, появляется все больше и больше. Видел, я от него бегал, бегал, он все да, за мной, как хвост. Просто да, как хвост. Видел, видел, в том-то и прикол. Вот, здание. Вот, все, берем здание, больше сюда не входим, потому что мы уже знаем, что это бесполезно. Беспонтово и бесперспективно. Да, мне даже сейчас это слово не выговорить. У меня уже все, язык заплетается с этим чучелом, чучелом лысым. Ладно, все, все, мы поняли эту игру, все, 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 все. Где там? Она в конце, да, где-то? Вот. Тут где-то. Ну все, супер. Берем. Смотрим. Не стоим, ходим. Да, в этой игре, да, надо все время ходить, вообще не останавливаться ни на секунду. Твою дивизию! Где? Где, где? Сюда, 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 беги сюда, сюда, бегу, заходи, бегу. Заходи, заходи, заходи. Прямо, 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 прямо. Нет, налево, да. Еще налево. Прямо, прямо, налево. Я просто бегу, я тебя даже не слышу уже. Хоть налево я обитаюсь, главное, вообще не понимаю. Выбраться. Так, смотри, одна на палатке. Да, одна на сортире. Одна в пшеничном поле в этом. В пшеничном поле. Это уже 4. А мы собрали 8. А, 6. 6, да? Так, там... Ну, похер. Да. Господи, так мои подмышки не потели с 90-х. Когда я акробатикой. А что было в 90-х? А-а-а. Акробатикой занимался. Да, ты у нас акробат. Акробат. Убей меня в мат. Тут ноль записок. Ноль записок. Вон он там сзади уже. Ты сидишь прямо на него, видишь? Нет, там вот он. Это не он. А он типа. Я бы трясся весь как. Как осиновый лист на ветру. В море. В море. Ну, на ветру в море. Выйду в море ночью с конем. Да чтоб его. Ну да, отлично, давай. О, тачка новая с моей шестеркой. Разбитая. На, дерьмо, ну что ты? Может там тоже что есть, но потом посмотрим, вернуться к ней, когда он давай. Когда он исчезнет, если, конечно, он исчезнет. Сейчас я его испугаю.
Он убежит, здесь, видишь, убежит. Мне кажется, короче, либо он по времени как бы реагирует, сначала не трогать, а потом со временем начинает все больше и больше тебе приставать. Либо все-таки по каким-то точкам определенным. Ну, слушай, мне кажется, по запискам, мне кажется. Ну, ты видишь, что это именно это здание, в нем была записка. Вот только здание активизируется постоянно. Да, да, да. Так я помню, еще в самом начале говорил, когда... То есть, когда он появляется, видимо, он что-то там сторожит. Сторож он. Он еще и сторожем подрабатывает, походу. Лесник, Хитман, сторож. Клифф зовут его. Лесник, сторож, Клифф. Зато у нее свой мейл свой есть. Ну да. Не у всех сторожей свои почты. Давай тут такой забор. Налево. Еще раз налево сюда по дороге. Все, идем. Все, блин, с этим страхом забываешь сразу, что где. Ладно. Я буду твоим штурманом. Давай, вторым пилотом. Пока по прямой, никуда не сворачивая. По дороге иди. Видишь башню? Да. Возле нее куда-нибудь в сторону сверни. Окей. И дальше идем. По дороге тьмы и зла. Я не хочу, как обычно, накакать себе на стенку немного говна. Снова сзади он. По ноге потекло. Давай поднажми чуток. Я знаю, ты сможешь, дружок. Мой дружок уже отвалился давно. С этим лысым парнем страшно. Во, сортир, отлично. Сортир, отлично. Он еще на замке специально, чтобы ты хочешь как бы, в туалет, но нифига ты не сходишь. Все. Три. Во, башенка сразу рядом с ней, да? Как удобно. Оп, и рядом тоже. Офига, как он так рядом прям появился? Я почти в него ударился. Я видел. Давай. Обходим. Как на гоночной машине. Где, видишь записку, быстрее? Вот, нет. Нажимай, все, взял. Гири. Дороги. 4 из 8. Давай, по дороге, никуда не сворачивай. Да куда ты сворачивать-то? Да, для сортира, там нормально. Давай, ориентир сортир. Прям стихи. Прямо за сортир, дальше беги, не останавливайся. Главное, не тормози, ни на секунду. Все, видишь, показывается камера. Выдохнуть можно. Я только вдохнул. Я на выдохе бежал просто. Фу, выдохнул и побежал. Слава богу, дыхания хватило, думаю, сейчас откину клони. Так, что у нас? Толчок был. Это было здание было. Башня была. Поле было, 4, да? Осталась палатка. Палатка. Это 5-я. А что я не знаю, я не помню. Блин, а? Мне постоянно приходит 100 тысяч смс-ок от каких-то людей разных. Это от Килмана. Да, по-любому. Компания Килман. Покупай мои контейнеры, сегодня скидка. Контейнеры только сегодня. Скидка 69%. 69%? Угу. И 13 бонусных. На карточку перечислю, блядь. На картонную. Картонную карту. Компания Килман. Пожалуй, лучшая картонная карта в мире. Согласен. Ну что, мы что-то прорекламировали эту компанию? Смотри, у нас туда не пустило, я хотел туда как раз пойти. Да что ты такое хочешь от меня, от нас? Опять нас на поле загнал. Он как будто на охоте, а мы белка, знаешь? Да, по-моему, так и получается пока что. Не стой на месте, то ешь дивизию. Я не стою, он же придет. Вот он уже, видишь? Ай, блин. Короче, ты опять бежишь к этой башне, там нифига так не... Так и чего, хочешь? Если он меня туда гонит? Загнанный пес. Понимаешь? Видишь, опять он появился. Я свернул. Нам надо было туда идти, вот. Я оттуда и убежал, потому что я испугался. Обкакался 50-й раз подряд. Не по себе. От этой мрачной, страшной игры. С которой ты, но ты, нам не стерпеть друг друга. Моя утро. Вот сюда хотел. Нам не добраться никогда, ведь потому что он с тобой нас гонит по кругу. Записки Клифа. Надо нам собрать
и не умереть, и не насрать, как обычно, кучу говна. Я не хочу видеть лысое лицо и твое. Да, я, пожалуй, убегу от тебя. Опять этот дерьмовый Килман. Мы реально ходим кругами. Ну а что делать, если он гонит-то? Да чтоб тебя за ногу и разорвало потом. Кажется, нам нужно просто направление найти. И несмотря ни на что вперед идти. Чтоб не идти по кругу. О, палатка! Палатка! Берем быстро, что на палатке смотрим. С другой стороны, с другой стороны. Я помню. Нет, нафиг тебе! Нет, вот нифига, нет, нифига. Где он? Уходи, вот он, прям ты на него идешь. В другую сторону, беги. Господи, отверстие горло уже болит. Слушай, а там, смотри, тоже горит. Да! Дивизию, да как же так, ты поверяешь, ты сволочь. Вот там, по-моему, карта еще и на карту в лесу, помнишь? Да, и там записка точно на карте еще была, помнишь? А, да. Ай! Он прям куда? Вот что, как? К нему бежать в гости? Ну пройди, тут пройди, попробуй. Смотри, фонарик под музыку идет. Я насклал. Насклал. Хотел сначала сказать носке, потом наклал. Так, тут мы были. Тут куда нам идти? Давай, подсказывай. Я же блуждаю, я просто от него бегу. Ладно, давай, все. Не очень, не очень. Бежим к ней, к башне водонапорной опять что-то делать. По пшеницу, по кукурузу, по стоку у меня не стой, просто проходи мимо. А, нет, там забор. Знаешь, что? Поворачивай, забор. Да, я помню. Знаешь, что самое интересное? Тут, короче, очень сложно найти джип, я заметил. Вот где он? Да вообще мы что-то реально ходим просто три серии подряд кругами. Ну а что тут круги? Если были квадраты, мы по квадратам не ходили. Да, просто круглая. Очень круглая. Вот или налево туда иди. Вы там, по-моему, не были еще. Где? Около забора? Вот дорога, левее. Да там тупик. На интервью-стопах. Я помню. Ты еще сюда посмотрел. Тогда послушай мой колхозный рок. Колхозный рок? Да. Господи, можно озвучивать рожащую женщину? Постоянно вот такие звуки издаем. Может, потом эти звуки в издательство отправить, чтобы они их издали, увидели. Так, вот, тут мы взяли записку. Карта, конечно, ну да, супер, ладно. Ладно, давай вот туда пойдем. Там видишь, впереди, что я вижу, что светится там дальше за деревьями, светится. За этими. Ну туда иди, никуда не сворачивай. Вот чуть-чуть правее, если возьмешь, там увидишь отблески, видишь, костра какого-то там. Вот палатка. Это рай. Да ты думаешь, по-моему, это ад, судя, потому что он снова сзади. Не стой на месте, не стой. Так, нету, нет записки, нет, да? Нет, хрена, все, уходи. Бежим. Значит, палатка другая. А, там палатка была другая, на берегу воды, около воды, помнишь? Там вода была? Где-то около нее, по-моему, палатка, если не ошибаюсь. Да. Ну вот, мы около воды. Да, мы не около воды. Ты снова контейнеры марки Кульман покупай. Блин, ну что за дерьмо? Ну, мне поднадоело бегать, так что непонятно где. Что-то лысого постоянно гоняешь. Лысого? Ну и надо говорить, что у нас уже на грани. Лысый? Так он же лысый. Если бы он был волосатый, я бы говорил от волосатого. Называй просто длинным. Длинным? Ну а что он? Как-то пошло. Короткий, что ли? Короткий. А лысого гоняешь не пошло, то есть нормально. А, лысого гоняю, я понял все. Я все не додумал. Длинного гоняю. Там то же самое. Тебе не кажется? Что делаешь? Гоняю длинного? Лесника просто называл лесником. Да. Гоняю лесника. Какой-то сюжет порнофильма уже, мне кажется. Ладно. Гей-порнофильма. Да. Гей-общага. Гей-общаги. Точно, это последний выживший из гей-общаги он. Зовут его Клифф.
у него есть почта, он подрабатывает сторожем и немного в лесу. Что же с ним случилось? Мы узнаем, когда соберем все записки. Если он, конечно, даст нам это сделать. Там, походу, дело такие извращения, что он просто не дает нам этого. Длинный. Гоняешь длинного. Вот, я понял, все. Ну, короче, он специально это, блин, дерьмо делает. То есть мы подходим, он гав-гав, мы в другую сторону, да? И вот поэтому по кругу и ходим. Он все время... Ну так да, так и есть. Просто так сквозь нужно... него не прибежишь. Нужно лысого бегать, как ты говоришь, ты сам сказал тактику. Помнишь, что он вначале серии сказал, придумал тактику. А, бегать сразу. Бегать видимо, лысого. Впереди отбегаем, да? Ну как-нибудь, да, осторожно там, вдоль елочек. Вдоль елочек. Представь, что это темная такая версия DayZ игры. Или просто бежишь вдоль елочек. Все хорошо. Практически ничто не угрожает твоей жизни. Кроме лысого гея. Во, давай посмотрим на машину, может, что-то тоже найдем. Ну, давай. Во, опа. Уходим. Правильно. Помнишь, он туда орал, да, ходил, бегал? Ну, все правильно. Ну да, вот снова общага. Короче, я придумал, знаешь, как будем делать, все. Это общага, хер с ним, пусть орёт около нее. Мы сейчас просто пойдем куда-нибудь, да? И когда будет камера трястись очень сильно. Вот, например, вот, сейчас. Да, вот. Ну, здесь, короче, здание, видимо. Он привык. Оп, тихо. Вот, тихо, где-то записка лежала, записка. Ситуация. Где-то близко записка. Вот, все, не орёт, да? Значит, он туда. Это а, квартира. Так это туалет, да, вот поэтому он орал. Значит, впереди снова будет кукурузное поле с пшеницей. Да, это я помню. И вот снова, видишь, начинается. Вот он. Ладно, пойдем в другое место. Надо найти такое место, вот, где он появится, и мы там как бы ничего не собрали. Вот, и там, видимо, точно что-то будет. То есть записка. Фух. Что ж там в записках-то? Тут даже особо не почитаешь, просто не успеешь. Пока будешь читать, тебя скушают. Или что он там делает с нами? Да, ты брутален. Представь, что такое просто киберкубийца из будущего, тебе ничего не угрожает. Тебе просто плевать на Слендера, ты его не боишься. Все, что у меня есть из оружия, это фонарь. И 6 листовок. Я буду кидаться китайскими звездочками, да, ими? Или как? Ну да. Понятно. Я понял свою миссию. Я понял, что нужно сделать в этом веке. Я засвечу его до смерти. И зачитаю ему эти записки, пока он не сдохнет. Сраный лысый сторож с мейлом. Я кину ему на почту голову Брэда Питта, чтоб он охренел. А потом себя, чтобы он, да, искал различия, пока не умрет. Отлично. Вот оно будущее. Это кромешный ад какой-то. Никого нету. Поле, деревья. Ну, кто-нибудь живой здесь остался? Кроме меня, конечно. Так. Ну, кстати, тут он уже даже не орёт. Да, конечно, вот. Зря побежал на него сейчас. Хотя, в принципе... Да, ну, тут уже нет вариантов. Беги уже куда-нибудь, короче. Тут, в принципе, уже... Не знаю, без шансов, по-моему. Кстати, пора заканчивать, уже 30 минут снимаем, так что давай. Давай я забрусь какой-нибудь в угол страшный. Ставишь там на паузу и... Пасу там, поставлю на паузу. И закончим, окей, давай. А то тут на просторном поле как-то мы потом потеряемся просто. Мне так кажется. Вот, рядом с гей-клубом. Ну, это, блин, место встречи изменить нельзя просто. Давай все, тут. Вот, туда. Не заходи на этот пока. Все. А, блин, ходи, нет, ходи, нет, ходи, нет, бегай, нет, бегай. Нет. Я не согласен. Так, короче, здесь он пасет, да, где он не пасет? Он везде пасет. Везде пасет, все, уже забей. Ладно, в лесу просто потеряемся сразу, надо потерять. Послушай, самолёш, ты ставь на паузу, пока я не умер. Так я сейчас камеру перестанет. Оп, все. Что это ты сделал? Консоль включил. Читер, видели? Он с фитами играл все это время, поэтому он ни разу не сдох в этой серии. Убить лысого. Набираем. Дед лысый. Ладно, дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте подписываться, если порт вы не сделали, у нас будут периодически выходить такие упоротые серии спонтанных летсплеев с Фунтиком. Да. Будем по-прежнему гаять кирпичами в различные страшные игрушки, ну и
Надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте комментарии по этому поводу и не забывайте про большие пальчики вверх. Нам будет очень приятно. Yeah. Всем пока. Пока-пока.